Всем большой привет! На улице уже вовсю светит солнышко, с каждым днем все теплее и теплее. Мы как подснежники пытаемся появляться на улице все чаще и чаще. И сегодня я хочу рассказать вам о наших покупках вещей для Германа, которые были сделаны уже какие-то давно, какие-то недавно, в общем, такая смесь. Если интересно, то давайте начнем. И первое, с чего я хочу начать, это вот такая милая кофточка, которую вы могли встретить у меня уже в Инстаграме не раз, такого песочного красивого цвета. Вот вам поближе ее покажу. У меня есть похожая, моя зеленая, тоже могли видеть, и платье у меня такого цвета. Кофточка от нашей фирмы теперь, можно сказать, от Moms Hugs, мы бирочки пришили. Вы можете меня спросить, зачем ребенку покупать какую-то синтетическую вещь. Но я рассчитываю, что эта кофта именно парадно-выходная, то есть на ней идти на какое-то мероприятие, встречу. Она именно стильная, прикольная, это не то, что нужно носить постоянно. Я проверяла, Герман у меня человек, который очень сильно реагирует на изменение температуры своими щечками, да. Он ходил в этой вещи очень долго и ничего не происходило. Для меня это показатель. Во-вторых, она скользкая такая, да, поэтому если он что-то... И поэтому, если он что-то на себя пролил, то всегда легко это убрать. Ну, в общем, черные джинсы дырявые, вот такая штука, и просто ваш ребенок будет звездой. Так что, если вам интересно, ссылку оставлю на Moms Hugs. Размеры мы делаем любые, если интересно, пишите. Внизу название ткани тоже напишу, забыл, как называется. Дальше у меня будет мой любимый кардиганчик. Я пока, кажется, его уже показывала. Просто кашемировый кардиган, нереально мягкий, нереально качественный, хорошенький. Ну, я не знаю, 12-18, это я покупала в Заре на распродаже на Новый год. И мы ее так носим, с футболочкой, просто беленькой одели. Это божественная вещь, у нее еще такие заплатки на ручках. Ну, то есть это качество, это тепло, и мне кажется, очень тоже такая стильная штучка. Кашемировая, короче, кофточка очень крутая. Дальше двигаемся. У меня как-то в основном все какие-то верхние одежды. Это будет пиджак, который мы купили на Новый год. Еще была рубашка белая, не могу найти, к сожалению. Обычная простая белая рубашка. Пиджак из Бенеттона. Он такой трикотажный. Ему как раз, я вот думаю, что его тоже, знаете, можно будет и летом набросить вместо куртки на футболку, и просто так джинсиками куда-нибудь поприкольно одеть с кармашками. В общем, вот такой кардиган, ой, вот такой вот кардиган слэш пиджак, тогда уж можно сказать, у нас есть. Следующая вещь, которую тоже очень часто спрашивают у меня в Инстаграм, это наша зеленая парка от Зары. Мы ее покупали именно там, зимой, еще на распродаже. Сейчас покажу, расскажу. Она такая достаточно теплая, в ней внутри есть подкладка, такая типа овечья, не знаю, как это по-правильному назвать. Она на пуговичках, подкладка, соответственно, снимается. Мне нравится эта парка тем, что она и в пир, и в мир, и гулять пойти, и куда-то выехать, накинул. Ну, в общем, парка для деток, это тоже очень классно смотрится, и тем более подходит нашим желтым ботинкам, тоже меня часто спрашиваете, ботинки Timberland. Вот, они вместе очень хорошо дружат. Следующая вещь, это то, что мы носим сейчас постоянно, так как еще было прохладно. Это вот такая курточка от Benetton, очень обалденного, мне кажется, цвета. Такой мокрый асфальт, даже грифель, наверное, от камня, не знаю, от карандаша. Она очень классно переливается, она, по-моему, синдипоновая фирма, я сказала, да, что это Benetton. Чем она мне нравится? Она, в принципе, теплая. Я сколько раз не проверяла, ребенок в ней себя прекрасно чувствовал, не замерзал. У нее есть один небольшой минус лично для меня. То есть, если что-то попадает мокрое, капли какие-то там, не знаю, ну, капнуло с крыши, не знаю, на ребенка, то здесь остаются разводы. Но, соответственно, легко тряпочкой протерли, они ушли. Куртка классная, мы ее таскаем, ребенок не мерзнет, что еще надо. Клопик, ты сам пьешь там, я смотрю? Единственные, наверное, штанишки, которые будут в этом видео у меня, это вот такие штаны от фирмы Benetton. Они не вельветовые, но в то же время тоже, знаете, такой вот квадратик сделаны. Какие-то приятные штанишки. Ремень, кстати, отдельно я брала тоже в Заре. Он такой тянется. Штаны синие, красивый цвет. Подо что угодно их можно нацепить. Вот. Ну, Герка-малышка, мы их подворачиваем. Дальше у меня будут бодики. Это то, что я называю расходным материалом. Это то, что у нас в большом количестве мы используем постоянно. Просто белые обычные и вот такой вот синий
и один с якорем. Например, вот эту спокойно белую майку, да, простую, можно одеть с тем же моим любимым кардиганом, и уже будет смотреться очень даже прилично, так, статно, не знаю. В общем, майки, они у нас идут просто постоянно, мы их меняем, по квартире ходим, в гости едем. Вот эти маечки у меня в запасном варианте всегда есть. Покупала их в H&M, была даже акция. Купи две, и третий комплект тебе будет в подарок. Вот, так что такие маечки, бодики, мне нравится качество, в принципе, именно их в H&M, они меня устраивают, почему нет? Вещь, которую нам подарили с Германом, это просто обалденные штаны, я решила их отдельно про них еще рассказать. Вот такие шорты на лето, ананасовые, посмотрите, они просто бомбические. Я бы себе такие хотела, либо платье, это все любимые сочетания моих цветов, бирюзовые и ананасы. Гер, тебе так повезло и так не повезло с мамой, что ты тоже будешь маленький ананас. Да, да, на, держи. В общем, смотрите, но они офигенные, да, такие летние, сочные. Забирай, конечно, можно. И последнее на сегодня я хочу вам показать мой любимый костюм для Германа, который мы сейчас вообще не вылазим. И кто смотрел мои прошлые видео, видели, что мы ездили за город. И костюм такой есть у меня, у мужа и у Германа. Это вот такой вот серый костюмчик с именем Герман, три звезды, скошенный такой бачок. Если меня спросят, реклама это или нет, я вам скажу, что нет, отчасти, потому что они, я знаю, вживую. Костюм я действительно покупала сама, и своим нужно помогать. Так же, как она мне помогает рассказывать о моем мамс-хакс, почему я не могу рассказать вам о том, что делает она. И вот такие еще спущенные штанишки со звездами. Ну, я фотографию вам оставлю, вы поймете, как это выглядит. Он теплый, он флисовый, очень качественный. Я дарила еще Сене такой для Мирки, у нее там Мира написано. Одеваем его, одеваем вот эту куртку, выходим. Сейчас так-то, в принципе, можно сейчас чуть-чуть потеплеет еще. Я думаю, что этот костюм без всего можно надевать вместо колготок. В общем, это были все наши покупки, которые мы сегодня хотели вам показать. Спасибо за просмотр, надеюсь, вы что-то для себя нашли. Да, да, мы пошли укладываться спать, потому что у нас дома дурдом, у нас ремонт, и Герман сейчас спит, можете заметить, будет спать с нами, и это будет очень сложно записывать для вас видео и укладывать ребенка спать. Молодец, мы сделали вам поцелуйчики, и всем до новых встреч, пока-пока. Пока! Скажи, крикни пока. Все, пока.